Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам, как сделать из лодок машину в Minecraft Pocket Edition. На самом деле лодка останется лодкой, но она сможет ездить по дорогам. Давайте сейчас я вам это покажу. Вот у меня уже есть лодка и такая некая дорога. Залезаем в эту лодку, и мы сможем легко, плавать. Или, можно сказать, ездить по этой дороге. Вот я спокойно сейчас поеду. Вот. Ну, секрета тут большого нет. Для этого нам понадобится вода и полублок. Делаем вот такую ямку. Ну, вы как хотите. Главное, делайте ямку два блока, чтобы здесь внизу налить воду, а здесь уже закрыть полублоком. И вот так у нас уже получится дорог для наших лодок. И если это у вас все заприватчено, то вас никто не поймет на сервере, как вы сделали это. Но на сервере это тоже не получится, потому что на сервере еще нет лодок. Они были, но их убрали. Вот я спокойно поворачиваю, быстро. Все как на воде, даже незаметно. Давайте я вам сейчас уже докажу, как это будет выглядеть на земле. На земле выглядит это несколько раз медлей. Вот. Все работает. Сказать больше нечего. Проверяйте сами. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.